Всем привет, это Андрей, мы продолжаем проходить The Thief. Мы в глубинах катакомбов под древним храмом. В прошлой серии уходили от зверюк. А сейчас снова вернулись к людям. Так, подхватывай, город, подхватывай тушку, а то еще их него дружок лучник. Арбалетчик, точнее, припрется и нас в таком виде застукает. Так, тут мы спрятались. Давайте сохранимся. Да, уровень называется «Тайный город». Действительно соответствует истине. Действительно. Город действительно тайный. Так, где парень с арбалетом? А. Он решил подрыхнуть. Ну, дрыхни, дрыхни. Так, тут можно было просто спрятаться. Конечно, тут, ну, просчитано, как бы, чтобы, если кто-то играет чисто фантомом, не убивая, не оглушая, то все для этого есть. Ну, играть за фантома. Так. Еда. Еда мне нужна. Я уже не заметил, когда меня так сильно подкоцали. Оглушать парня не буду. Дрыхнет и дрыхнет. Ну и зачем вот Гарту оставили эту повязку? Ну да, ну... этот охотник за ворами прострелил ему руку. Но неужели к этому моменту она более-менее зажила? Им нельзя было снять этот окровавленный бинт. То я боюсь, мы так с ним до конца всей игры прошаримся. Так, нам туда. Что у нас здесь? Шприц золотой. Подарочный. Экземпляр. Да. Тут шкафчик, чтобы сныкаться. Так. Итак, нам в эту щель. Что там, опять эти крокозябли будут? Горумы. Только эти парни гораздо стремнее горумов. О, что у нас так трясет? Вот жалко, эти лампы нельзя не разбить, ничего с ними не здесь сделаешь. Нереалистично. Нереалистично. Так бы. Разбил и все дела. И воцарился мрак. Так, надеюсь, там никого нет за дверью. Кто бы нас мог спалить. И вот, возвращаясь к тем тварям, я не представляю, как я мог фантомом пройти, то есть, чтобы не оглушая никого. Потому что меня по-любому спалили, как только начал я ворота эти поднимать. То есть, без оглушения бы не получилось. Тогда как пройти фантомом в этот момент, если без оглушения нельзя? Никак. Тоже странно. Или... так... извините. Или же... все-таки допускается какое-то количество оглушения, и при этом все равно засчитается как фантомное прохождение.
Орион занимается целительством в этой ротонде. Эрин где-то рядом. Так, мы добрались до нового места. Давайте сохранимся. Очередная головоломка по поводу того, как же этих всех ребят обойти и не спалиться. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Секретка? Или обходной путь? По мне, так лучше бы был бы обходной путь. Но нет, здесь у нас каким-то образом прошмыгнул торгаш незаконными. Привет, дружище. Как тебя отца бедовалу занесло? Взгляни на товары. Взгляну. Не, ну реально, как он себя проскользнул. Я тут с большим скрипом прошел. А он-то как все прошуровал-то. Так, водяные у него закончились. Так, это весь у тебя ассортимент. Ладно. Деньги не возвращаю. Да, да, да. Я не собирался. Хм. Опять же, игровая условность. Ладно, сохранимся. Так. Похоже, тут можно обойти, хотя вот там тоже можно. Забраться. Но тут надо как-то. Еще бы чуть-чуть и спалился бы. Так, еще бы чуть-чуть. Так. Сохранимся. Итак, давайте караться дальше. Так, тут у нас два лучника. Так. Надо потушить вот этот фонарик. Так, ушли. Так, что
у нас здесь за комнатушка? Вот так. Что дальше? Тут у нас арбалетчик, а тут какой-то спуск вниз. Так, куда он нас ведет? Когда мы выберемся из этих катакомб, это будет праздник. Сколько наших скинуло без следа. Убийца тварями в темноте. Я думал... Так, фу, ворона. Попрошаек, но они там есть. Их все больше. Превращают нас в себе подобных. Так, давайте сохранимся. И исследуем это место. Так, нужно приготовить газовую. Вот так, чтобы не каркало. Понимаете. Так, теперь можно водяную. Откуда парень выйдет? Кругали. Тут, понимаете, выписывает. Откуда ты выйдешь? Откуда? Туз спустись или тут? Давай же. Вот так вот. Куда этот парень выходит? Куда идет? Так, вернемся на ступеньки. Надо знать, откуда этот парень выходит. Извиняюсь, я тут торможу, понимаете, на этой лестнице, но это жизненно важно, знать, откуда выйдет враг. Хорошо. Блин. Так, ясно, не отсюда. Mm-hmm.
Так, это я зря. Спалился. Ну кто же знал, что он услышит-то? Сложная миссия, сложная. Трудно тут, понимаете, не спалиться. Давайте сохранимся и попробуем что-то сделать. Волки на пороге. Так, аккуратно. Аккуратненько надо. Все непросто, но я постараюсь справиться с проблемой. Что это у нас? Стопочка денег. Так. Вот тут лучше поваляйся. Так, и вот этот сундучок, если бы я сыграл как фантом, пришлось бы пропустить. Хотя проходить за фантома здесь очень-очень трудно и геморно. И для летсплея совсем-совсем не подходит. Так.
Блин, не заметил этих засранок. Засранка. Вот не замечаешь этих гадостных пташек? Они тебя так раз-два и спалили, гадины. Спи, тварюка. Так вот. Что у нас здесь? Просто так. Типа так проще было попойти. Зашел сюда, подтянулся. Да. Пока тот отошел. Ну и этого вот парня можно было тихо обойти. Ага. Ладно. Или дрыхни все-таки. Нет, дрыхнет. Ну, слава богам. Так, там пташка. А там парень бродит. Так, давайте сохранимся от греха подальше. Вроде там твари нет. Нет, есть. Так, ясно. Всего лишь ночной холодок. Да-да. Всего лишь ночной холодок. Так, давайте аккуратненько, тихонечко. Кажется, я вижу наш путь. Арбалетчик сейчас пройдет, и я попробую туда взобраться. Да. Пошли. Парень, ты спишь. Ты ничего не замечаешь. А вы ничего не видите. Вы слепые, слепые. Кругом неверный. Только помада не тянет. Ага, ага, как же. Неверный. Так, интересно.
Интересно, допрыгну, не допрыгну? Да-да. Во всем виноват барон. Ну, конечно, он виноват. Так. Что у нас здесь? Денюшки. Так. План простой. Проникнуть внутрь. И импровизировать. Зашибись, план. Так, в темноте. Я знаю, что это расточительство. Но. Так, я чувствую себя спокойней. Когда нахожусь в темноте. Так, что у нас? Деньга. 20. Так, не закрывай город. Я ошибся, я случайно. И 48. А сюда было, похоже, кроме этим путем никак не добраться было. Так, надеюсь, нас там никто не услышит. Как мы тут? Дверьми шебуршим. Сегодня мы наконец показали барону Нордкресту, что люди — кровь и плоть города, и что с нами надо считаться. Вот и наша подруга. Вашим мукам и страхам скоро придет конец. Друзья, настал новый день. Ангар, это похоже плохо. Сила, что я дарю вам сегодня, отвадит от вас любую болезнь. Когда каждый будет помазан, мы отправимся с этим даром на далекие берега! Что-то Гаррету совсем плохо. Так. Вот как они в сумраке выглядят, эти святоши озаренные. Так. Что дальше? А, ребята расступились. Так, спокойно. Так. Обошли. Будет смешно, если окажется, что мы... Да твою медь! Таким макаром провернули все дельце. В бессознанке. Бродя в своих глюках. Точнее, не в своих глюках, а глюках, которые у нас в мозгу порождает наша подруга. Так, что у нас здесь? Святоши. Вот эта вот скотина. Сейчас бы так стрелу ему в бошку в шарах. Ну и я здесь. А, вот это чтобы забрать. И не напугало, и не напугало. Гаррет, что ты наделал? Мне это нужно. Нам это нужно. Ты разве не понимаешь, чего мы хотим? Орион, остановись. И перестать помогать людям?
не пытаться облегчить им жизнь? Ты не помогаешь людям, а обрекаешь их на смерть. Поначалу им хорошо, но поверь, их тела не выдержат силу примали. Нет! Так, что-то пошло не так. Этот фрукт мой. Крысиный король. Опять по карманам шаришь? Давно я тебя повесить мечтаю, мастер лорд. Но мне петля не нужна. Вот этими руками я с радостью выдавлю из тебя всю душу. Да уж, пора. Можно преподать генералу урок. Так. Ну, давайте чутьё. И какова цель? Или лучше оставить его в покое?